Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, наливай в кружку бутерброды, заваривай пельмешки и наслаждайся, наслаждайся. Надеюсь, хорошим настроением, но по факту сегодня хотелось бы мне побомбить. Поговорим по поводу халявы, заберем то вот это вот все, короче. Но я просто в этот зашел в телеграм-канал, клуб игроков Castle Clash. Я что-то, ребята, если честно, прихерел. Вот я вот как бы смотрю и что-то думаю, блядь, ну что-то IGG опять накосячили. Что-то они какую-то херню, короче, натворили. Что-то они не то наделали. Вот, ставь, пожалуйста, лайк, вот, оставляй комментарии. Вот, твоя поддержка очень важна. Вот, и полетели. Ну что, заходя в игру, у нас же там день замковладельца. Вот это вот все, как мы любим, каждый месяц. И здесь халява. И вот даже вот сюда обратить внимание, тут как бы чего-то не хватает. Вот пустое место, я не знаю, вы видите мою мышку, не видите? Короче, справа от этого камня тупорылого. Реально, а вы, походу, мою мышку даже не видите. Надо будет пересмотреть на видосе. Вот я смотрю, что-то не видно мою мышку. Странно. А должно быть видно. Но не суть. Короче, справа от этого камня розового, как бы вот напрашивается еще какая-то награда. И что-то мне подсказывает, ну, что вот это вот все говно улучшено. Типа, большое спасибо каждому замковладельцу за вашу постоянную поддержку. Пожалуйста, примите завершающий подарок обитателя в знак нашей благодарности. Давайте, подождите, я заставку сразу замучу какую-нибудь. Тупорылую, да? Такой. А вот, я думаю, что отлично, вот, пойдет. Хотя, знаешь, как бы, вообще я бомблю больше с другого, но даже если сюда посмотреть, что-то мне подсказывает, что раньше здесь награды были, ну, куда интересней. Вот, вот, напишите в комментариях, ну, было же лучше. И я придерживаюсь мнения, да, на халяву уксус сладкий, но типа нахера нас приучать к хорошему, а потом резать эти награды. В чем логика, я не понимаю. Так, забираем их, окей. Но с чего я хотел побомбить? Вот, вот просто вот сюда заходим. Тут акции, понятно, накопления. О, типа, что, покупаешь средний пак и получаешь три карты героя. Эти сундуки. Само цветы. Отсюда, типа, мастера рун можно выбить, но его не можно оттуда выбить. Окей. Ну, как бы, все равно, что, ну, на основном аккаунте мне донатить нету смысла. Ну, только ради Леди Божества, ну, как бы, тоже такое себе. Типа, с трех карт шанс ее выбить нереален. Так, это должен Купидон на бутылку сесть, чтобы оттуда, чтобы с этой карты Леди Божество выпало. Тут что у нас? Тут у нас продают, это большой пак, я так понимаю, продают Махатму, ой, не Махатму, короче, эту бабу новую. Так, тут за большой пак продают мастера рун. Мастера рун продают. Тут 30 осколков механоид альфы. Но это надо смотреть уже на моем основном аккаунте. Сколько у меня там чего, каких осколков. Ну, как бы такое. Тут у нас... Ну... Как бы пак небольшой. В принципе, ради самоцветов купить можно. Правда, эмблемы восьмые. Ну, тут зефирик кому нужен, да? Вот. Вот, подожди, ладно. Здесь набор. О, здесь еще кое-как. Набор обитателя. Окей. Вот с чего я, короче, охренел. Вот это вот что такое? Вот, типа, это как вообще? Не, я понимаю, допустим, ну, вот эту вот штуку за 41 самоцвет взять. Но тут, типа, блядь, набор 2. Купи наш набор за самоцветы. Купленные предметы будут доставлены в твой, на твой почтовый ящик. Окей, первую херню за 40 самоцветов. Ну, допустим, еще можно купить. Давайте, с вашего позволения, глоту зеленого чая, чтобы успокоиться и не орать сильно. Тут уже... Нет, я понимаю, их несколько штук было бы.
Но тут уже, смотрите, за 400 самоцветов продают один вот такой вот мешок. За 400 самоцветов. Я не знаю, там разработают те, кто люди, вот эти акции делают, они сами в игру играют. Я думаю, что ну нахер никому это не надо. Ну хотя, ну типа без доната можно купить, и есть шанс получить... Подожди, это что? Это лиса это или ледяной феникс? Я уже забыл. Если это ледяной феникс, то это вообще как бы до свидания, это залупа. Подожди, ну это походу ледяной феникс, да? Ну то есть, ну да, это ледяной феникс, то есть. Да, это ледяной феникс. То есть абсолютно, даже для бездонатного игрока, абсолютно беспонтовая залупень. Реально, уже как бы потерявшая свою уникальность. Это даже не 20 осколков лиса. Я еще понимаю, если бы здесь шанс было получить там 20 осколков лиса, можно было бы рискнуть, да? На бездонатном аккаунте. Но здесь, ну вот, вот кто вот это вот? Один, понимаете? Причем еще один. Я пойму, у кого феникса нету, но это тоже такое, типа... 400 самоцветов, блин, отдавать ради того, что тебе не выпадет эти 5 или 20 осколков феникса. Блять, вот просто за 400, сука, самоцветов они вот это продают. За 400 самоцветов. Но это еще хер... Вот, вот. Камень судьбы они продают за 4000 самоцветов. Один! Я понимаю, их там было бы 5, я бы еще окей. Один! Камень судьбы они продают за 4000 самоцветов. Вы там что, ебанулись, блядь, окончательно или что? Ну, типа, как бы вообще у вас все. То есть, ну, вот кто вот эти акции делает? Вот кто это определяет? А он сам в игру играет вообще? Он сам вообще отдупляет, что это такое? Ну, просто, ну, это стыд. Это стыд и позор. Награда за акцию секретный код. Что это такое? Что за секретный код? Награда за акцию секрет код. Подожди, это мне кто-то что-то с Вигеймерса отправил или что, я не понимаю. Бля, объясните мне, я что-то туплю. Награда фонариков желания. Что за секрет код? Надо, блядь, посмотреть вообще. Не, ну, как бы золото это хорошо. Не, ну это вроде не фонарики, подожди. Какая-то интересная фигня. Объясните, это с Вигеймерса набор мне кто-то отправил? Просто жесть какая-то. Что? Да, скоро придет. Я пойду в магазин. А мама? Мама с тобой останется. Каждый один идет в магазин. Не ругайся на папу. И ты хочешь одна дома остаться. Мы с мамой уйдем в магазин, а ты дома останешься, да? Одна. Вот и все. Ой, я глупости рассказываю? Да. Когда дети уходят. Давай, когда мама придет, тогда решим. Все, Элина. Я записываю видео. Дай да запишу, тогда мы определим, кто же пойдет в магазин. Хорошо, Элина. У нас очень важно, кто пойдет в магазин, ребятушки, извиняюсь. Вот, потому что раньше, ну, как бы, Элину часто с собой брали в магазин, потому что, ну, ей нравится, она там может выклинчить киндер, там вкусняшку себе может выклинчить. А сейчас, соответственно, мы ходим в магазин по одному и, конечно же, Лину не берем, потому что, ну, а смысл, смысл, ну, как бы, смысл, во-первых, толпой ходить в магазин,
и так много рисков, там карантины, там надо дистанцию между людьми держать, да, и как бы ребенка, конечно, не берем. Вот. И потому что, ну, ребенок может там все подряд начать лапать, то, что надо и не надо. А ты все-таки, когда идешь, ты так осторожненько стараешься, ну, языком там ничего лишнего не облизывать, к людям не подходить и так далее. Ну, вот. И как бы сейчас у ребенка, понимаете, уже сколько на карантине, в садик не ходят, на танцы не ходят, в магазин не берем. И все, и вот у ребенка грусть, печаль, тоска. Так, ладно, на чем я остановился? Мы идем по халяве. Отправиться в рейд три раза. Давайте отправимся в рейд три раза, это заберем. Короче, что-то очень странное происходит. Где-то мне что-то на халяву пришло. Я не понял, что за прикол. И. Ну и плюс эти тупорылые, как бы, вот эти вот награды за самоцвет, это, конечно, просто... Это фейспалм и какой-то ахтунг вообще ненормальный, блин. Это что-то не в порядке вообще. Что-то я не знаю, там, походу, ребята вообще заблудились. Так, здесь самоцветы получили, нормально. Нормально. Так, здесь 25 самоцветов, окей. Так, вот эту штуку мы, карта богатства, забираем. Парящий остров. Попытка, как обычно, да? Ой, у нас еще, у нас, кстати, 427 пыльцы. Мы еще, как бы, ее и не это, не заюзали. Надо заюзать. Дальше, что у нас тут еще? Парящий остров, фонтан желания, сокровище бога грома. Окей, день замковладельца. Так, войди в игру, получи приз. Что у нас там сейчас за приз будет? А, у нас сегодня... Нахер не нужны эти питомцы тупорылые, ну вот, суперпитомцы, которые нам впихивают во все дыры, купи и бесплатно получи. Так, базар, набор обитателя, ежедневный бонус. Что за бонусы? Ага. Не, ну как бы, да. Ну это 100% бонус. Ну окей, ладно, с этим понятно. С этим, ребята, понятно. Дальше, что у нас получается? Как бы, причем 100% доплату делают, окей. Скоро будет 150%, да, мы же донатить все меньше начинаем. Дальше, у нас еще один, плюс один действует. Это, слушай, это, конечно, вдвойне интереснее. Разбей яйца. Бинго, охотник за богатством. Это что за акция? Понятно. Большая выгода. Слушай, тут еще какие-то... Слушай, сегодня может... нет. Тут говно. Подожди, мастера рун. Типа 50 тысяч самоцветов надо. Ой, да пошли бы в пень вообще. Пошли вы в пень, сокровищница. Это понятно. Сокровищница на трату. Угу. Так, 10x найм героев. Это ерунда. О, настолочка. Временная акция. Так, настолку. В настолку мы, конечно же, зайдем. Попыточку прокрутим. Тут, кстати, награды изменили. Ну, получили книжки, ну... Ну ладно, что уж тут поделаешь. Пасхальные розыгрыши ВК, награда и вот фонарики желаний. Что у нас там? То есть это я забрать не могу, да? Нужно все фонарики зажечь, чтобы забрать награду. Ну, будем ждать остальных. 9,5 часов. Короче, не знаю, к чему я записывал это видео. То есть, но меня что-то, знаете, мне хотелось высказаться. По поводу вот этого добрый набор, понимаете? Это еще называется добрый набор. Добрый, блядь, беспонтовый набор говна. Реально, за непонятно какую цену. Че курили разработчики, не знаю. Походу, реально не играют в игру. Это, блядь, реально очередной косяк HG. Ну, типа, нахер такое вообще делать? Вот, ну, типа, как бы не умеешь трахаться, не дрочи письку, как говорится, да? Вот, точнее, наоборот. Короче, не знаю, не суть. Говно, все. Я вот ради этого вообще видео записывал. Оно у меня затянулось. Короче, всем удачи, ребята. Пока.
Вот, пишите в комментариях, что вы думаете. Если вам нравится такой обзор акции от меня, то, ёпту, лепите лайки, буду стараться хоть каждый день делать, мне нетрудно балаболить. Чао! Это, колокольчики, спонсорские подписки, у-ху!